Здравствуйте. Вы говорите по-русски? Да. Вы можете сказать, где находится ближайший магазин? Куратый магазин. Да-да, магазин. Kuulge, õppige eesti keel ära. Mis see siis on, kui ise elate siin riigis, ei suuda elementaarselt eesti keelt ära õpitud? Võtke teadavaks, et see siin on Eesti riik, siin räägitakse ainult eesti keel. Oi, ju nii panimaju. Panimaju. Vahtige vähem neid lollakaid vene uudiseid ja õppige selles meil eesti keelt. Kui te eesti keelt õppida ei taha, siis minge minema. Minge Venemaale, kui te seal parem on. Aga ei ole parem. Euroopa Liidus on ju hea elada. Aga võite сказать, где мы сейчас находимся? Ты совсем не понимаешь, что я тебе говорю. Меня не кажется, что я здесь в Венеге. А в гостинице девушка сказала, что... В гостинице? Вы турист? Да, турист. Из Мурманска. Ну, а это совсем другое дело. Магазин вот это... Дирекция... 5 минут гулят. Спасибо. Вы очень добрый человек. А в России все говорят, что в Эстонии только фашисты живут. Это кремльская пропаганда. Это ерунда. Не верите этого. Да, конечно. Ну, до свидания. До свидания.